Ответственность, патриотизм и воля. Этот праздник собрал много гостей, единомышленников и приверженцев идеи достойного воспитания молодого поколения. Юноши и девушки проходят обучение в направлениях Следственного комитета и МЧС, военно-патриотической и правовой направленностей. Самое волнующее событие – присяга, священный ритуал для каждого защитника Отечества, обещание преданности Родине. Мой папа был начальником милиции. И вот в детстве я всегда восхищалась, когда он приходил в форме, и поразил ему часто на всякие парады. То есть папа тоже меня поддерживает в моих, то, что я хочу учиться где-то, то хочу продолжить его путь, хочу тоже куда-то юридически пойти в милицию. Помимо формы, мне нравится то, что это, во-первых, стиль, во-вторых, это ответственность перед всеми. О важности такого обучения говорит и классный руководитель класса профессиональной направленности МЧС. Ведь ребята имеют возможность проявить себя в этой среде и определиться, насколько им подходит та или иная сфера деятельности. Но я хочу сказать, что у нас ребята, которые находятся на данный момент в нашем классе, значит, 80% они хотят связать свое будущее именно с МЧС. Гордо нести звание, быть патриотами и стать достойными гражданами родной страны. Приветственное слово произнес председатель Бобруйского городского совета депутатов Михаил Желудов. Юноши и девушки признаются, всем сердцем готовы последовать его совету. Я очень рад и горд за то, что получил удостоверение, и считаю, что теперь нужно быть более сдержанным, более ответственным. Бабушки, дедушки, родители, все братья, сестры пришли, конечно, поддержать. В первую очередь, это не, ну, праздник был не получение удостоверения, это был праздник того, как нас посвящают кадеты. Татьяна Касьян, Владимир Гребеневич, Бобруйск, 360.